Приветствую всех на своем канале. Вот я уже замечаю это практически месяц. Вот знаете, что раньше хотя бы я смотрела TikTok, на YouTube немножко информации. Одно и то же. Вот прямо одно и то же перемалывание из пустого в порожнее. Вот вам не кажется, вот ну прямо скукота. Скукота такая, что я не знаю. Об одном и том же перемалывании. Даже те блогеры, которые давали хоть какую-то новую информацию, ну хотя бы что-то, да, намек на что-то, что можно там новенького изучить, и то все об одном и том же. Я не знаю, у меня прямо какое-то вообще разочарование. Вот просто полнейшее разочарование. Вообще ничего. Нечего посмотреть, нечего нового узнать. Просто вообще весь ТикТок такой тупизм, дебилизм. Ну просто дебилизм. Вот вообще, я не знаю. Реклама. Сплошная реклама. Сплошные те же самые тупорылые танцы. Вообще каких-то, я не знаю. Даже координации движений у человека нет. У него в разные стороны руки, ноги. Я не знаю, просто вообще полнейшее разочарование. Ни о чем. Вообще просто ни о чем. Вот так. Прямо даже не хочется вообще ничего снимать. Вот если честно, потому что я тоже своего рода вдохновение хотя бы от этого черпала. Ну, кое о чем я там хотела немножко поговорить, но это запретная тема. То есть у меня полностью совпадает, о чем я узнала, да, но я это все уже знаю, я сама об этом догадывалась. Ну, в общем, просто опять это перемолоть. Надо же просто понимать, как уже на самом деле обосновательно с этим бороться. Как и что делать. Мысли тоже кое-какие есть, но это невозможно до конца сделать. В общем, вот у кого так же. Но у меня еще осенью, конечно, бывают вот эти вот депрессии такие. Не знаю, просто какой-то застой вообще информации. У меня такое ощущение. Даже вот этой виртуальной. Прямо вот болотище какое-то застоище. Прямо так свежего чего-то хочется. Прямо вот и сама не хочу вообще ничего нового говорить. Прям не хочу снимать. Просто не хочу. И все. И все, и точка. Вдохновения вам и чего-то новенького. Пожалуйста, хватит об одном и том же. Больше не могу. Не слушать, не видеть вообще.